В честь Дня смеха первоапрельская игра в подкидного дурака. Уже 20 лет Пушкинская районная организация Всероссийского общества инвалидов проводит азартный чемпионат. В этом году в карточных баталиях сразились 16 участников из Пушкина, Ивантеевки, Мытищ и Щелково. В каждой команде по 4 человека. Трехчасовые соревнования проводились в 2 тура. Первый по олимпийской системе с выбыванием, второй по круговой. Каждый спортсмен сыграл по 8 игр. Титул абсолютного чемпиона мастера карточной игры завоевал лидер первой лиги Игорь Логинов из Лесного. Титул вице-чемпиона у Ольги Савинской. Призером чемпионата за 3-е место стала дебютантка из Ивантеевки Надежда Лукьянченко. В неофициальном зачете лучшей стала команда из Пушкина, на 2-м месте из Ивантеевки. Победители награждены памятными медалями, похвальными грамотами и наградными колодами карт.